Анжан на канале Видеокухни. Сегодня я готовлю конфеты Рафаэлло. Потребуется миндаль, кокосовая стружка, масло, сгущенное кокосовое молоко. Измельчаю орехи. Добавляю кокосовую стружку, масло, сгущенное молоко. Сгущенное молоко кокосовое варила сама в предыдущем ролике. Все тщательно перемешиваю. Формирую конфеты. Рафаэлки убираю в холодильник. Конфеты постояли часок в холодильнике, застыли. Рафаэлки готовы. Посмотрю, как внутри. Получилось у меня 8 конфет, ушло кокосового сгущенного молока 100 грамм, сливочного масла 50, орехов 50 грамм и кокосовой стружки 80. Конфеты Рафаэлло из сгущенки кокосового молока готовы. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, готовьте, комментируйте. До новых встреч!